Привет, меня зовут Настя Ханени, и сегодня я расскажу о созданном нами помощнике для роста вашего блога. Данный цифровой помощник представляет собой пошаговую систему SEO, построение ссылок и гостевого блогинга, которую мы лично используем. В файл также входит полный набор инструментов для увеличения вашего партнерского дохода. Давайте пройдемся по каждому пункту цифрового помощника. Инструкция по гостевому постингу. Вы получаете пошаговую инструкцию, где написано, как пользоваться нашим инструментом, какие сервисы будут вам полезны, а также как находить нужную информацию и какие действия предпринимать, чтобы добиться успеха, а именно получить ссылку на ваш сайт или блог. Целевые сайты. Мы собрали более 2100 сайтов для гостевого постинга на русском и английском языках. Возле каждого сайта указан авторитет домена со ссылкой на страницу, через которую можно связаться для обсуждения написания гостевого поста. Шаблоны для Outreach. Мы подготовили серию шаблонов электронных писем, которые стоит использовать для связи с владельцами сайтов, где вы хотите разместить гостевые посты. Гостевые посты и ссылки на статью. Отправленную и поступающую информацию необходимо фиксировать. Для фиксирования результатов вашей работы мы создали удобную таблицу. Вторая часть файла относится к партнерским программам. Во вкладке «Инструкция партнерские программы» вы найдете шаблон электронного письма на случай, если вас не утвердили в течение нескольких дней в партнерской сети или программе. Партнерские программы. В данной вкладке перечислены более 170 партнерских программ. Здесь вы найдете название, информацию о комиссионных, сеть, категорию, вид оплаты и саму ссылку для регистрации. Партнерские сети. Здесь перечислены 13 крупнейших партнерских сетей, где представлены практически все крупнейшие компании, работающие через аффилиатные сети. Кроме данного файла, вы получите бонус. Чек-лист из 18 шагов по запуску блога. Это действия, которых мы рекомендуем придерживаться для запуска собственного высокоэффективного блога. 12-месячный план по развитию блога, который описывает, как правильно создать авторитетность и построить отношения с блогерами. 74 идеи для постов блога. Это список из оригинальных идей для блога, актуальных на данный момент. Мы надеемся, что с помощью нашего помощника вы добьетесь результатов продвижения вашего сайта или блога намного быстрее. Ссылка на помощник в описании. Спасибо за внимание.